О, уже тепленький. Сейчас нагреемся. Поедем. Так, отопитель у нас, ого, 3-киловаттный. Он стоит в разрыв между печкой и двигателем. Вот это выходит с печки, заходит сюда, и теплая тосол сейчас идет в двигатель. Уже чуть-чуть, ну не холодный, выход. Прошло минут 10. Ну, ждем еще с полчаса и пробуем заводить. Ну что, этот гудит, этот патрубок горячий, этот очень теплый. Пробую заводить. Греем свечи. Свечу грею один раз. Хватит, я думаю, уже. О! О, заглох. Еще раз. Ага. Это мой косяк. Не вытянул подсос. Наверное, придется тянуть пусковое. Пусковое тянуть мне не захотелось, принес обычное зарядное, дал 8 ампер, погоняет полчасика, а может и меньше, я думаю, заведется. Так, обогреватель работает, амперметр начал падать зарядное, выключаем и заводим. Но если сейчас уже не заведется, то кролики останутся голодными. А что ж такое? А, замок. Дело было в замке, замок отходил, не давал. О, охранник. Охраняешь? Сейчас поедем. Неожиданно. У нас обычно анекдот, зима, как обычно, в январе наступила неожиданно. Сегодня, в этом году зима наступила действительно неожиданно, еще осенью. Еле завел вот этот автомобиль, как вы видели, с трудом, но завел. Ну, сейчас уже можно смело ехать. Дизель, он, у дизеля есть два состояния. Он или работает, или не работает. Он уже заработал, то есть до вечера он будет ездить. Ну, подсевший аккумулятор и неработающий замок зажигания сделали свое дело. Но это нас не остановило. И как видите, мы в дороге и скоро будем на хуторе. Чем интересно сегодня попасть на хутор? Два дня уже лежит снег. Его не добавляло. И сейчас будет интересно посмотреть движение кроликов, как внутри вольера, как снаружи. И приходит ли какой-то посторонний зверь. То есть сейчас следы нам все покажут. Как самописец. Вот. Собакин, как всегда, с нами. Все. Следующее включение уже произойдет на хуторе или по дороге. В лесу. Начнем читать нашу книгу следов, не доезжая еще до хутора. Смотри, какая интересная картина. Все истоптано следами. Весь, вся скирда с этими. Вот. Кто-то сюда запрыгивал и здесь бегал сверху по скирде. Кто это мог быть? Давайте посмотрим на низ. Все кто?
Еще истоп у нас где-то. Ну, это вот, скорее всего, один за одним, это прошла лиса. Мы пока своего собаку не выпускаем, чтобы он нам не затоптал. Смотри, туда все затоптано. Они там домик, наверное. Видишь, вход-выход втоптанный. Пошли к ней отсюда. Чего, наоборот, давай выгоним. У тебя ружье при себе. А здесь кто-то пытался то ли запрыгивать, то ли спрыгивать. Вот видно, как он такие следы интересные. Ну что, поехали дальше. Поехали на хутор. Здесь нам вроде как бы без интересу читать следы. Зверь есть, судя по следу. Посмотрим, что у нас на хуторе. Есть ли зверь? Так, следов по дороге много. Машины никто не ездил, люди не ходили. А что им делать в зимнем лесу? А охотники? Тебе что, не люди что ли? Здесь как раз им есть что ходить. А на кого сейчас охота идет? На всех. Ну, надеюсь, не на грибников. Ну, грибников сейчас точно в лесу нету. Не, ну почему? Ну, если только с метелкой под снегом искать. Ну, может быть. Так, ну что, въезжаем на хутор. Собака у нас пока в машине, выпускать мы ее не будем, чтобы она нам не затоптала следы. Не, ну пока не будем. Пока не будем, да, пройдемся и тогда выпустим. Кто-то проезжал через наш хутор, вот есть следы. Я даже предполагаю, кто это был. Так, на улице никого не бегает. А вот следы уже есть. Видишь следы во дворе? Это кроличьи? А кто же его знает? Сейчас будем смотреть. Наверное, кроличьи. Вот видишь, тут кто-то покопал, выкопал. Травку поел? Поел, да. Это кролики? Ну или зайца. Сейчас пойдем посмотрим, там выход есть с него. Или лисы. Больше на лисы похоже. О, сюда кто-то заходил, смотрите, в домик. Ну, и кто по следам? Может, тут зайцы разводятся? Зайцы? Судя по вот этому следу, подойди сюда. Вот два следа сзади ставит и два впереди. Это заяц. Сейчас посмотрим, может это у кролика такой же след. Вот он точно так же прыгает. А может заяц залезть в вольер к кроликам? Там же хорошо кормят. Вот, может. Может научили его. Тут ходил. Вот он. Кролики здесь выходят и заходят. Кабачки не съели или что там у них было? Замерзли, наверное, кабачки. Надо в... Ну что, пошли туда посмотрим, что здесь делают. Не чувствую через перчатку. А нет, чуть-чуть бьется. Тут кто-то ходит. Но вот это уже больше похоже. Да, я отсюда поставлю. Вот это уже, скорее всего, больше похоже, наверное, на куницу. Два спереди ровно и два сзади тоже так ровно. Не один за одним. Нет. Это, наверное. А вот здесь уже как бы один за одним. Куда она тут пролезет? И вот туда уходит след. Туда всегда барсик бегает. Ну все, наверное, мы эти посмотрели. Следы на улице. Можно барсика выпускать, идите выпускайте. А уже пойдем в вольер вместе смотреть.
Ну что, еду принесли? Тут только капуста и сухари. Ну, засыпай. Кролики внутри вольера далеко не отходят от нашего одного. В основном бегают вдоль сарайчика. Кушают яблочки. Вот здесь видно много. Доедают уже. И бегают вот там за шифером. Побежал кролик. Хорошо. Вот здесь немножко еще ходят. К забору, в принципе, изнутри не подходит. Практически. Жульё ты малое. Это Игнат мне сказал. Так, ну что, поилка наша замерзла. Вообще не вода замерзла. Снега много на улице, будут снег кушать там. Зерна надо насыпать. Зерна надо? Надо пройти, пройдите вдоль ульев, литки почистите от снега. Хорошо. Смотрите, что творится у нас тут. Она же скоро лопнет. Как интересно, она замерзла. Угу. Но не лопнула пока. Это пока еще. Она полностью замерзла. Я вижу, надо ее в дом забрать. Что, не липнет снег? Ну давайте, сначала дело. Сначала чистите литки, потом. Так, на фацелию еще выходят кролики. Вот и стоптана. Я думаю, они еще ее, хоть и мерзлую, но доедают. Не успел я до снега задисковать это поле. Но я думаю, еще у нас зима. Это продлится день-два, и все на этом будет. Придет оттепель. И, возможно, в этом году мы еще сюда приедем. И задискуем. Домик с этой стороны красиво смотрится, а с той стороны не очень. 2 года я уже его оббиваю. И дообивать никак не могу. С этой стороны уже серый станет, пока я с той стороны обобью. О, выстрел, слышали? Выстрел был. Я говорю, выстрел был. Игнатий говорит, это так Семен снежками кидается. Не попал. А Семен попал.
Ага. Черненькая бегает. Сейчас мы вам нацепим зерна. Ну, кто победил, Снежка? Я. Ты ни разу не попал. Почему попал? Под конец. Кружка, стой! Я кружку брал, чтобы засыпать. Кое у кого слепился. Не лепит. Ты как бы скорости хоть добавил. Мимо! Дай-ка я тебе крупным планом сниму. Это был трапный стрел. Ой, капот не закрыл. Так, жди. Телефон у меня умер, ну, в смысле, надеюсь, что не совсем умер, вырубился аккумулятор, на холоде очень быстро садится. Поставил снимать кроликов, кролики, правда, не выбежали, а аккумулятор сел. Кролики живы, здоровы, бегают, правда, не показываются, они уже стали хитрые. Даже сейчас вот я даже думаю, как поймать, есть, я предполагаю, есть один самец, как его сейчас выловить. Я не знаю, они не выходят. Мы приезжаем вот в кормушку, что-то им ложим, а они не выходят. То есть надо какую-то делать или искать проходную ловушку ставить, чтобы они где-то в проходе их ловить. Но это надо приезжать надольше уже сюда. И ловить именно того... Ух ты, собаки. И ловить именно того зверя, который надо. Все, уезжаем домой. Потому что дети вспотели, бегавшие в свои снежки играли. Поэтому их надо везти домой в тепло. Все, на этом мы... А может еще в бане согреем вас? На этом мы закончим. Всем хорошего, мира вам. И до новых встреч. Так, наверное, и будет. По выходным мы будем гонять кроликов. Может, когда-нибудь больше времени на этому уделим. Больше их поснимаем. Надо придумать, как, может, камеру ставить или, о, этот же, может, через пауэрбанк подключать, потому что пока в тепле телефон или камера держится, аккумуляторы еще ничего. Ну, уже ж такие телефоны, такие аккумуляторы, такая камера. Только вот на холод, на мороз ее поставить, и буквально проходит минут 10,
15 и постоянной съемки, и камера вырубается. Что-нибудь будем думать. Да, и еще спасибо всем, кто написал по поводу беседки, как ее спасать. То, что залить низ бетоном, если честно, у меня не было такой мысли. Что угодно было, но вот такой не было. Думал что-то вбивать, оковывать. А вот бетоном залить, не знаю, казалось бы, на поверхности это решение лежало, но не было. Но это, наверное, уже будет весной, не наверное, а точно. И еще, она же стоит, ни на чем не держится. Здесь столбы просто вкопаны. То есть надо найти каких-нибудь вот таких красивых коряг и поприбивать вот так и вот так. Это будет распорки. Даже если он снизу изгниет, он не будет падать за счет того, что он будет на распорках стоять. А сейчас он вообще ни на чем не стоит. Вот столбы стоят, они немножко запилены. Лежат эти, ну как их назвать? Балки, мурлаты. И поперек пару брон лежит. Все, то есть если он сгниет, он просто завалится. А если он будет прибит, вот такие вот раскосы, диагонали, как их назвать, сделать. И он уже будет за них держаться. И со временем будет проседать в землю. Ну а если все-таки чуть-чуть раскопать, почистить то, что там осталось, промазать каким-то антисептиком, или, наверное, проще всего будет отработкой промазать и подлить немножко такие тумбы. Кстати, стол тоже так же лежит. Это тоже просто бревно лежит на земле. Оно тоже, скорее всего, уже подгнило. Ну, засними, как красиво замерзла вода в банке. Как медуза там какая-то. Но не лопнула. Вся вода полностью замерзшая, но не лопнула. Видно, было вот в этом положении. Она в состоянии разрежения находилась. О, там вода чуть-чуть, смотри. Не вся замерзла, видишь, шатается в центре. 10 градусов мороза. А вот в центре чуть-чуть воды. Вот там видно, нет? Что шатается вода. Вот там. Ты меня не трогай, чтобы не. Вот такая вот, такой атомный взрыв получился там внутри. Все, воду ставлю в дом, пускай растаивает. Будем надеяться, что не лопнет. Еще раз, до свидания, всего хорошего. И еще раз вам всем мира. Я могу залазить, да? Динат, и ты вылазь. Ну что, Ихтиандры, вылазьте уже. Oh,